Самый счастливый интеллект-тренер на планете приветствует вас. Не ожидала, думала, сначала джентльмен выступит, Алексей. Но благодарю, что мне выпала честь первой. Это еще говорит о том, что я действительно самый счастливый интеллект-тренер на планете Земля. Я счастлива еще тем, что вот вчера Роберт Ра нам дал задание всем, да, или просьбу озвучить, что же нам дал суперджамп каждому из нас. И мне сегодня очень посчастливилось, опять же, заявить об этом, что мне дал суперджамп во всеуслышание, во всю Вселенную, через ваши глаза, через ваши души, через ваши сердца. Дорогие мои единомышленники, самые счастливые люди на планете, люди, которых 100% Всевышний поцеловал Бог, потому что наша миссия, наша подпись за тем, что мы творим сейчас, да, наша судьба наша заключается в том, что мы особые люди, мы с особой миссией пришли на эту землю и доказываем это. Мне пришла мысль, я всегда, когда начинаю свою тренировку, начинаю с того, что мне дал суперджамп. И сейчас я приняла решение провести с вами вот такую встречу, которую я провожу каждый раз с новичками, которые приходят ко мне на интеллект-тренировку. Итак, меня зовут Климова Раиса, я уроженка Казахстана, прописана в город Усть-Каменогорск, восточный Казахстан. Всю жизнь прожила там. Сейчас я вещаю с города Баку, с Азербайджана. И это тоже мне дала именно эту возможность, дал суперджамп, Международная ассоциация суперджамп. Я очень счастливый человек, потому что у меня есть возможность каждый раз видеть вот такие счастливые глаза, вот такие счастливые, таких счастливых людей, как вы. Вы особенные люди. Вы пришли для того, чтобы познакомиться с методикой, которая уже заявила о себе и на протяжении 4 лет доказывает, что очень-очень многие люди изменили свою судьбу. И я счастлива сегодня познакомиться с вами и сказать, что в свое время я закончила Московский институт текстильной и легкой промышленности. 16 лет отработала в госстандарте. Это судьбоносная моя работа, моя профессия и привела меня сюда, в суперджамп. Потому что, опять же, подчеркиваю, я счастливая, потому что меня сам Всевышний привел в суперджамп. Потому что случайный звонок. Звонила в Якутию, попала в Санкт-Петербург и с совершенно незнакомым ангелом, своим хранителем, услышала очень важные слова для себя. Я сейчас занимаюсь в экологически чистым бизнесом. Что касается качества, что касается экологии, это для моего слуха очень слышу я эти слова. И я поинтересовалась, а что это такое? Она просто мне сказала, мой ангел-хранитель сказал: ты это узнаешь и поймешь, если познакомишься с 8 упражнениями, которые меняют судьбу. Ну что ж, давайте попробуем. И я благодарна своему первому учителю, Ольге Поварницыной, которая, не знаю, вот со всех упражнений, со всех, я услышала, почему-то мне вот в сердце упало упражнение «Будьте здоровы», когда она сказала: если вы на протяжении 3 месяцев будете четко делать это упражнение, вот этот посыл от всего сердца, от всей души, желать всем людям здоровья и счастья, вы обязательно соединитесь с Wi-Fi Вселенной. Для меня это было тоже, вот почему-то я именно это захотела, соединиться с Wi-Fi Вселенной, и действительно это произошло. И я сегодня очень благодарна своей шикарной, шедевральной, просто уникальной команде, которая вот услышала тоже мой призыв. Первый человек, который услышал меня, это тоже
взрослая женщина. Да, я не забыла вам самое главное сказать, почему я студентка, почему я подчеркиваю это и Владимир Викторович, и Петр Силкин. Я вот совсем недавно, в конце апреля, встретила свою 74-ю весну. И очень-очень счастлива. Почему? Потому что передо мной сейчас нет никаких преград вообще. Вообще. Я с любой ситуацией могу справиться. Меня невозможно обидеть, потому что я научилась принимать людей такими, какие они есть. Это очень-очень важно. Очень важно это каждому из нас. И я благодарна упражнению «Я хозяин своих чувств». Я действительно сейчас, ни у кого нет шанса меня обидеть. Я могу справиться с любой ситуацией в своей жизни. Это тоже очень важно, когда у тебя растут два крыла. Вот команда, еще раз хочу поблагодарить свою команду, тех лидеров, сверхлидеров, мегалидеров. Вообще это уникальные люди, которые помогаем мы друг другу. И вот благодаря им я сегодня перед вами выступаю. Это я просто не могу выразить словами вот это счастье, которое я сейчас испытываю. Вы знаете, сегодня я очень волновалась, думала, ну что, такие лидеры сейчас, за последние особенно два месяца, в которых у меня не было возможности выступить перед вами, да, команда так растет, такие лидеры, каждый день, такая мотивация, ну что еще сказать, ну что еще придумать, как зажечь, как обратить ваше внимание на то и осознать то, что мы сейчас имеем, да. Наш продукт, основной наш продукт, два наших продукта, я всегда говорю на своих тренировках, ассоциация предлагает два продукта, осознанность и партнерскую программу. Что такое осознанность? Соосознанность – это научиться контролировать свои мысли, свои чувства и свои действия. И вот это, когда ты это осознаешь и поймешь, ничего сверхъестественного в наших жемчужинах нет. Они просто основаны на законах Вселенной. Хотим мы этого принимать, не хотим мы принимать. Но если я посажу картошку, я никогда не выкопаю или не получу банан. Поэтому я это четко поняла, стала внедрять в свою жизнь, и вот результаты. Вот я перед вами. Супер! Вот, кстати, я пока еще не супер. К моему стыду, я даже вчера Владимиру Викторовичу сказала, говорю, мне стыдно выступать, потому что я не могу сказать, что я супер. Но я супер купила сыну своему в первую очередь. Вот. И не буду скрывать, потому что нужны были баллы. Я очень хотела открыть вот этот ранг 8. А бизнес есть бизнес. Поэтому приоритет, я приняла решение, что я помогу сначала своему сыну, а сама я точно на следующей неделе уже буду супером. Я вам клянусь во всеуслышание, что я буду обязательно супером, потому что это очень важно. Потому что это конечный результат, конечная стоимость нашего бизнеса, который по большому счету не имеет вообще цены. Вообще цены не имеет. То, что происходит со мной, я вам вот с высоты своего возраста, с высоты своей мудрости, может быть, да, я вам говорю, ничего лучшего вы никогда не получите. И вот сейчас я увидела опять перед глазами, у меня мелькнул Роберт Ра. Роберт Ра, дорогой мой, когда я начинала тренировку, я у Наили просила, Наиля, ну, пожалуйста, сделай так, чтобы я у Роберта Ра прошла тренировку. Тогда еще собирались не вот сейчас уже миллион скоро будет, 1000, да, интеллект-тренеров, да. Тогда было 300, 200, 400 человек. Вот с этого я начинала. Уже давали нам микрофон, да. И я говорю, ну да, я хочу у Роберта обучиться. А он уже звучал, он уже показывал свои результаты. Она говорит, нет, дорогая моя, нет. Я хочу, чтобы к тебе так рвались, к тебе так люди хотели у тебя учиться. Он тебе ничего нового не... Роберт – это Роберт, а ты – это ты. Поэтому учись, дорогая моя. Так привлекай людей, так им говори, так душу открывай свою и сердце,
чтобы они к тебе хотели идти на тренировку. И я сегодня каждый день, утром и вечером, благодарю ее за эту мудрость. Потому что действительно, как только я начала проводить тренировки, как только я начала видеть изменения своих учеников, вот, вот это счастье, вот это самое настоящее человеческое счастье, когда ты понимаешь, что однажды принятое твое решение еще не уверено, еще, но захотеть вот это через себя пропустить и действительно проверить, так это или не так, потому что, ну, слова это слова, действия это действия, и поэтому я очень-очень благодарна своим учителям, вот Ольге благодарна, ну, а Найле, я говорю, это мой ангел-хранитель, сегодня я утром и вечером благодарю ее за ее мудрость, за ее поддержку, за ее, вот, она открыла мне дверь в Суперджамп, по большому счету, и когда вчера Роберт Ра позвонил мне и поздравил сам лично, я говорю, вау, вот, вот оно счастье. Я когда-то к нему стремилась на тренировку, а сегодня он сам поздравил меня. Это же, ну как, это что-то стоит? Как вы думаете, дорогие мои? Я считаю, что это бесценно, это просто бесценно. Когда человека воучил, не трогал его, ничего. Ну, я всегда на тренировках говорю, как я благодарна интернету, что у нас есть с вами такая возможность общаться так. И когда он мне позвонил, я своим глазам даже не поверила. Но когда я его услышала, я говорю, Роберт, это супер, я очень-очень тебе благодарна. Ты просто бальзам мне на душу налил. Этот Зулкашев. Вот волнуюсь. Значит, тоже звонит, поздравляет. Мы, это мой... кто он мой, с Казахстана, мой земляк, да, тоже, как он радовался, как он, Раиса, ты, ну, знаете, я говорю, вот это переоценить или недооценить просто невозможно, это просто человеческое счастье, самое настоящее, когда люди находят друг друга, совершенно, разве я знала, что когда-то я попаду в Баку? Я даже никогда, я о Баку, о Азербайджане, для меня это Муслим Магомаев. Все, что я знала, это Муслим Магомаев. И сегодня я 100% уверена, что действительно здесь у меня сейчас растет такая команда. Вы даже не представляете, какой они мне подарок на день рождения подарили. Ну, это разве не счастье? Я вам все время доказываю, что я действительно очень-очень счастливый человек. Потому что я с вами, потому что я вижу ваши глаза счастливые, довольные и благодарные, благодарные. На своей тренировке я, на первой, я опять продолжаю говорить, на первой тренировке я говорю, дорогие мои, вы еще счастливы тем, что мы с вами в течение 9 дней будем изучать, знакомиться и внедрять в свою жизнь 8 жемчужин, которые 100% уже факты, 100% меняют судьбу каждого человека, кто это принимает. И эта методика, которой мы пользуемся, которой вот я просто преклоняюсь перед мудростью наших светочей, наших путеводителей Владимира Викторовича, Петра Силкина, нашего лидерского совета, да, последовательность, вот сама последовательность даже в знакомстве с жемчужинами, это уникальное. Уникально. Каждое упражнение, каждая жемчужина усиливает друг друга, усиливает. И что, какая наша задача? Осознать свою, каждую минуту жизни. Для чего она тебе дана? И вот первый круг силы, так называемый круг силы, он позволяет нам научиться слушать друг друга, слышать друг друга и учиться наблюдать за своими результатами. Если мы это научимся, это уже будет полдела. Мы уже с вами будем осознанно относиться к каждой минуте своей жизни. Второй круг силы – это пир. Пир – это... очеловечивание. Я вам обязательно дам ссылку, и вы прослушаете Паолу Волкову, вы поймете, что такое пир.
для чего нам нужно напрягать наш мозг, для чего мы должны, вроде кажется, простые фразы, да, простая цитата, но великая цитата, для чего? Она простая, ну, в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. Вот до суперджам, я бы сказала, хорошая, да, да, наверное, так это есть. Но заставить себя понять, осознать, вот что это значит для каждого человека, это уже работа со своим мозгом, напряжение свое, надо осознать это. Ну и, конечно, третье упражнение – это благодарность. Это валюта 21 века. Без благодарности сегодня вообще очень сложно жить. Благо даешь, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. На каждом шагу. И когда я даю тему «Я хозяин своих мыслей», да, я говорю, что 60 тысяч негативных мыслей у нас, это ученые каким-то образом доказали, да, но мы к ним так привыкли, мы так с ними сроднились, что очень трудно их найти. Поэтому давайте будем выбивать клин клином, давайте счастьем, давайте благополучием, давайте улыбкой, давайте комплиментами выбивать со своей головы весь негатив. Недоверие, осуждение. Я не знаю, вот я говорю, очень трудно их отодрать от себя. Так поэтому давайте, если вы, слава Богу, поймали эту негативную мысль, мне очень понравилось, как однажды Алексей, 500 миллиардов или миллионов, я точно всегда забываю. Миллиардов, Раиса, только так. Миллиардов, собственно. Раис, две минуточки, время, тайминг очень важно. Слушали бы вас до утра, до следующего, до важно двигаться вперед. Хорошо, все, я поняла. Значит, вот очень-очень важно осознать каждое упражнение, это одно. Ну и что я как... просто профессионал госстандарта, да, я хочу порекомендовать, какую рекомендацию я хочу дать, потому что сама через это прошла. Надо очень важно застегнуть первую пуговицу правильно. Если вы неправильно застегнете первую пуговицу, рано или поздно перекос в вашем бизнесе обязательно проявится. Поэтому начинаем с изучения своего офиса и ответить четко на свой вопрос. Зачем я купил эту франшизу? Зачем я здесь оказался? Ответьте честно себе. И изучите весь материал, всю силу, всю мудрость, которая дана у нас у каждого в офисе. Это основа основ. Если вы один раз в неделю или один раз в месяц, а некоторые даже иногда слышу, я, говорит, не знаю даже, как туда заходить, если вы в такой ситуации, пожалуйста, измените свою ситуацию. Каждый день заходите туда. Изучайте свой продукт, который вы готовы продавать уже. Поэтому, дорогие мои, вот столько сейчас зашло мудрых, щедрых, молодых сердец, да, каждый день. Я слышу и радуюсь, что я в этом окружении. Очень важно быть в этом окружении. И точку над «и». Сегодня я, честно, призналась даже Владимиру Викторовичу, что очень волнуюсь передать. И что он мне пишет? Точка над «и». Он пишет: «Все будет хорошо. Просто судьба у тебя такая. Лидерская, счастливая, удачливая, студенческая, фартовая, богатая, долгая, мультимиллиардерская, историческая, величайшая». И я этому верю, и я это принимаю, и благодарю Всевышнего, благодарю всех вас, дорогие мои, за то, что я среди вас, за то, что я вижу эти счастливые, слышу эти счастливые, мудрые, щедрые сердца. Благодарю всех за внимание. Очень-очень хотела вам передать, что я действительно очень счастливый интеллект-тренер о Международной ассоциации «Суперджамп».